Здравствуйте, друзья! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. В этом видеообзоре хочу рассказать вам про курс Данила Фадеева, который называется «Домашний робот». И благодаря этому курсу мы должны якобы начать зарабатывать от 6 500 рублей в день, причем автоматически и без вложений. На сайте есть довольно-таки длинное видео, где автор рассказывает, что вы сможете получить такую автоматизированную систему, которая сама будет привлекать людей на товары, которые вы будете продвигать по партнерской программе. Но это все очень просто, потому что 99% будет выполнять сама программа, а вам будет оставаться только выводить средства. Причем первые деньги можно будет получить уже через 24 часа. Работает программа без нашего участия, запускается всего лишь один раз. 100% гарантию заработка нам дают. Здесь приводятся различные скриншоты, отзывы. С сайтом можете ознакомиться самостоятельно. Курс стоит 560 рублей. Сейчас я его приобрету. Курс продвигается через сервис QWERTYPAY. Автором выступает Даниил Фадеев. Сейчас я приостановлю видео, приобрету курс, изучу его, а потом возобновлю видео и расскажу вам, что здесь да и почем. Итак, я оплатила этот курс, уже скачала его. Здесь для меня еще есть специальное предложение. Можно за 350 рублей купить еще один метод заработка от 5-6 тысяч рублей в день. Но его приобретать я не стала. Я изучила, что же собой представляет сам метод «Домашний робот». Здесь есть 8 уроков, как нам и обещали. В первом уроке поиск партнерской программы нам показывают. Во втором уроке регистрация в партнерской программе. Третий урок сокращение партнерской ссылки. В четвертом уроке нам показывают, как создавать YouTube-канал. В пятом уроке поиск тематических видео. На этом остановлюсь подробнее. Автор предлагает находить различные видео в интернете. Допустим, если вы зарегистрировались в школе по продвижению YouTube, то находите видео, смежные с этим, то есть как продвигаться на YouTube, как создавать канал и так далее, используя лицензию Creative Commons на YouTube. То есть эта лицензия позволяет вам использовать чужие видео, то есть автор дал согласие на то, что вы можете использовать его видео, вы не будете нарушать авторские права. Потом вы качаете это видео, которое нашли, и заливаете на свой YouTube-канал. Есть, конечно же, один нюанс. Автор может в любой момент изменить лицензию с Creative Commons на обычную лицензию, и тогда вы станете нарушителем прав, и вас могут просто заблокировать. Итак, что здесь делать? Вот так вот ищем различные ролики, потом устанавливаем расширение, либо же пользуемся сервисом по скачиванию видео. Скачиваем с YouTube, загружаем на наш канал, а далее вставляем в описание партнерскую ссылку. Вот так вот скачали чужое видео, немного изменили название, чтобы было не такое же. И потом в описании вставляем нашу ссылку на товар, который мы продвигаем по партнерской программе. Вот в чем состоит суть заработка, но также здесь есть еще установка и запуск бота. Вот тут имеется в виду бот от сервиса в топе. Как мы видим, сервис в топе бот. Вы скачиваете этого бота, регистрируетесь, подключаете к нему различные свои соцсети, и автоматически этот бот должен зарабатывать вам поинты, которые вы потом можете тратить на раскрутку своего YouTube-канала. То есть, по сути, никакой автоматизированной программы, которая бы сама приводила вам людей по партнерской программе, нет. Имелся в виду бот сервиса в топе, который просто должен заработать для вас поинты, а потом вы якобы в этом же сервисе в топе должны дать задание другим людям, чтобы они вот так вот тоже, используя того же бота, продвигали ваш YouTube-канал. То есть вы смогли бы накрутить подписчиков, накрутить лайки, вот и все. По сути, никакой программы на самом деле не существует. Также, чтобы получить эти поинты по накрутке, вряд ли вам хватит
тех поинтов, которые заработает вам бот, потому что это не так быстро, он зарабатывает немного поинтов. Вам понадобится все равно оплачивать собственными средствами. И то, что вы накрутите, конечно же, из этих накруток, там не будет у вас ни одной продажи. Никто вас не будет покупать, потому что накрутки сами будут происходить с помощью такого же бота, а не настоящих людей. Настоящие люди даже не увидят ваш ролик и вашу ссылку на партнерскую программу. Поэтому данный метод является полной ерундой. Вряд ли вы сможете раскрутить свое видео до такой степени, чтобы на него шли живые люди и чтобы они действительно переходили по вашей ссылке. Это все маловероятно. Учитывая, что нам обещали автоматизированный заработок, мы должны были запустить программу один раз и все, и отдыхать на Карибах. Но на самом деле никакой такой программы нам не предоставили. Здесь нужно было потрудиться и создать YouTube-каналы, и скачивать видео, заливать их. Все не так просто, хотя нам говорили, что доступно даже для пенсионеров. Думаю, пенсионеры вряд ли бы стали создавать YouTube-каналы, заливать видео. Это все равно для них не так просто. В итоге данный курс я вам не советую, потому что он совершенно не соответствует тому, что нам обещал автор. И через 24 часа вы точно не сможете заработать уже лучше 6 500 рублей в день. Чтобы их заработать, нужно очень хорошо раскрутить свои видео, чтобы туда шли живые люди, чтобы они регистрировались по вашей партнерской ссылке. А этого никто не может гарантировать, что через 24 часа по данному методу вы уже получите уйму людей, которые сделают все, что вы от них хотите. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. Будьте осторожны. Всем пока!